Ёрш встречается в реках, озерах, водохранилищах и опресненных заливах морей. Ведет стайный образ жизни и предпочитает держаться в придонных слоях на глубинах до 85 метров, как в прибрежной акватории, так и вдали от берега. Больше всего ёрши любят спокойные водоемы с небольшим количеством водной растительности и мягким дном. Питаются ёрши преимущественно беспозвоночными, обитающими у дна, но также могут поедать растения и мелкую рыбу. На самих ёршей охотятся окунь, щука, судак, иногда сом, угорь и лососи, а среди птиц наибольшую угрозу для вида представляют цапли, бакланы и крухали. Ёрш имеет короткое, сжатое с боков тело, поверхность которого покрыта келоидной чешуей. Спина серо-зеленая, бока желтоватые с бурыми пятнышками, брюхо белое или сероватое. Размеры тела небольшие, лишь отдельные особи достигают максимальной длины в 19 см и веса в 208 граммов.